Как дела, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию, где мы с вами будем продолжать стреляться. Жопа тебе, как обычно. Слышь, давай ты мне хотя бы в этой серии не будешь доставать, хорошо? Хотя бы в этой серии. Нет, жопа тебе, как ты сказал. Ты доигрался, собака тупая. Стой тут. Чё ты мне сделаешь? Ты постой тут. Сейчас мы посмотрим, что я тебе сделаю. Ну хорошо, я тут стою, давай. Дебил какой-то. Чё ты мне угрожает? Говорит то, что в этой серии я доигрался. Дебил. И чё он мне сделает? И чё это такое? Это, мать его, рогатка. Ты понимаешь, я тебе сейчас все пальцы перестреляю. Слышь, я просто прикалывался на тобой всегда. Чё ты мне сразу оружием угрожаешь? А ты... Ай, собака! А, да, прикалывался надо мной. А когда у меня появилось оружие, ты тогда сразу забоялся, да? Иди сюда, собака! Не трогай, так нечестно. Короче, вы, которые в камере, наконец-то справедливость восторжествовала! Наконец-то! Ставьте лайки, если вы хотите, чтобы я замочил эту сраную руку с татуировками, дебил! Жопа тебе, даже не кричи, никто тебе не поможет. Ставьте лайкусики, если вы рады. Ставьте лайкусики, если вы хотите продолжение этой рубрики. Ставьте лайкусики, понимаете? Не. А что ты думал, я не смогу у тебя оружие забрать, дебила, кусок? Да ставьте лайки, если не хотите, чтобы я расстрелял руку у вас на глазах. Вот эту руку без татуировок. Ставьте лайки или есть жопа. Прямо сейчас поставь лайк. А ты иди сюда, зараза. Нет, не надо. Ну что, Жека, ты готов к сражению? Я готов, я тебя убью. Подожди, у меня тут сюрпризик есть небольшой. Жека, это тебе в первую очередь, смотри. Видишь, это тебе. А это тебе! Здорово, Игорь, здорово! Я надеюсь, что эта серия будет повеселее, потому что нас уже трое тут. Я... Кого первого убивать, Джека? Тебя или Игоря? Игоря. Хорошо. А пошел ты в жопу. Хорошо. Пацаны, вы готовы нажимать на рейд? Да, я нажал. Давайте. Я не нажал. Игорь, нажимай. Я не могу нажать, помогите. Я нажал, да? Да. Нет! Фух, у меня сразу чуть обойма не упала. Проблема. Пацаны, кто кого убьет, у меня такой вопрос. Как вы думаете? Ты должен убить Игоря, смотри. Да, да я должен. Нет, ты меня много раз уже убивал, я уже настрадался. Давайте, Игорь. То есть я должен Игоря, да, убить? Да. Игорь, ты слышал? Ты это слышал? Так, я не могу понять, какой стороной вставлять мне это шпингалет в пистолет. Шпингалет. Я так думаю. Надо было переворачивать с самого начала. Нет. С самого начала краски нет. Если случайно его не перевернул, то значит нет. Да все хорошо. Это у меня все хорошо, потому что у меня магазин уже в пистолете. Ты читер, что совсем дурак? Я оставляю. Да, смотри, сейчас Эдисон будет убивать меня. Я случайно. Да, конечно. Это было случайно. Так, подожди. Чувак. Короче, если ты меня убьешь, то ты предатель, понимаешь? Ага, я предатель. Почему да. это? Потому что я буду убивать тебя, а ты должен убивать Игоря. Ну я не знаю, подожди, нахуй ставлю магазин. Да я случайно, я не могу взяться! Да, случайно! Вот. Возле меня, смотрю, пули свистят, случайно! Вот так вот, да, вот убьешь меня, ты скажешь случайно, я все понял. Он щелкнул! А у меня уже магазин как бы в пистолете, но он что-то не щелкает. Не хочет до конца. Как эту хрень повернуть? Так, Игорь. Здорово, ёпта. Ладно, вот пропись, пошёл. Так, возьми это пистолет. Да! Как так быстро? Что ты там делаешь? Что, ты хочешь меня убить? Не стрелять! Да как? Не стрелять! Так, хорошо. Всё, тихо! Не орать! Жек, у меня проблема. Отлично. СТС улетает. Хорошо. Это прикольно. Так, Жека, смотри, у тебя есть фора, я тебе дал небольшую фору. Да, я до сих пор еще не... Пульки! Я до сих пор еще не зарядил пистолет, да? Да? Да, потому что я не той стороной его начал заряжать. Если что, стул это был я. А где, да. Какой стул, мать вашу, где стул? Ты его не видишь, потому что он прям возле тебя. Стул летает, говорит. Так, хорошо. Не, серьезно, стул летал. Ну, хорошо. Я тебе поверю. Ой, я случайно. Ой, это случайно было, Жек. Я говорю, как вы сейчас стреляете? Я не могу понять. Это ж надо палец засунуть в курок как-то. Это надо засунуть палец, да.
да? Или можно даже не палец. Да, можно даже не палец засовывать, можно кое-что другое. Ты корявый, ты понимаешь, если в реальной жизни так стрелял бы, то... Чё ты там сказал? Чё ты там сказал, Игорь? Чё там было? Рестарт! Рестарт давай. Я хочу быстренько сказать, пока вы там перезаряжаетесь, то, что это первая серия с Игорюней. Кто не видел предыдущей серии, то посмотрите вот тут, там есть подсказка, нажимайте, смотрите. И если хотите больше серии с Игорем, то ставьте лайкусики, конечно же, прямо сейчас, да, пацаны? Да. Молодцы, молодцы. Да. Так, шо, у меня уже немного вставилось, я немного уже засунул, ну, конечно, предыдущий раз было получше. Немного засунул. Надо не немного, нужно полностью ну, войти. Нужно полностью войти, да. Ну, понятно, по-другому в магазин никак не зарядится. Он меня застрял. Он тебя застрял, Игорь? Но нужно доставить пистолету удовольствие. Игорь, он тебя вообще вставляется? Я штрикаю его, давай. Я щелкнул, хорошо. Щелкнул? Он по мне стреляет. Воу-воу-воу-воу, Игорь уже заряжается! Я тоже зарядил, ребята, вам... Я... Всем... Опа. Как поднять эту руку? Нет, у меня пистолет улетел, ребята! Нет! В смысле улетел? Он, смотрите, вот он! Где? Вон там! Да почему я не могу попасть по тебе, Евген? Не попадёшь. Вот, как его руку взять, это ж невозможно. Вы что, дурачки совсем? Это двумя руками надо поднимать сразу. Тут только одной сразу управлять можно. А вы понимаете, что у меня пистолета больше нету? Можно стать вас рукой убить просто, нет? Да, мне кажется, можно. У меня тоже нет пистолета, он улетел просто! Да, я вижу. Ну шо, пацаны, я сейчас поднимаю. Короче, нам жопу. Жека, мы можем немного поспать, пока Игорь там что-то делает. Давай. Так, как стрелять, на какую кнопку, пацаны? Пальчиком надо стрелять. Не пальчиком. Как в котором ты засовывал? Почему у меня рука не понятия? Fuck you, bitch, соси кирпич, не попадёшь. На. Игорь, ну давай. Ты ага. Стрелять уже будешь, давай. А как? Я не могу понять. Значит, так неудобно взял. Попробуй еще раз поудобнее взять. Давай, Игорь, убей его! Игорь, не надо, пожалуйста! Игорь, одумайся! Давай. Игорь! Давай! Нихрена себе! Нет, меня не надо! Меня не надо! Первый килл! Я нагнусь! Нет! Матрица, ворачивайся! Финты, Алисон, финты, смотришь? Давай. Ты почти попал! Чуть левее! Еще левее! Еще левее, Игорь! Ну убей ты его уже наконец-то. Fuck you, bitch, man, fuck. Так, хорошо, я отпуск. Это победа! Fuck you, bitch! Ну только из-за этого, да? Игорь, давай пять, мы убили его! Точнее, ты убил его, я видел такое, видел? Да! Все понятно. Ладно, перезапускают шарманку, хорошо? Нажимайте. Так, подождите, Рэдди, я еще кнопочку. Почему без меня, Рэдди? Главное убить меня, пацаны. Да. Понимаете? Как Жека говорит, главное убить меня. Не знаю почему. Ты все время выигрываешь, поэтому главное убить тебя, понятно. Не знаю почему, вы все так против меня? Ну хорошо. Эй, Саня, не переживай. Эйсон, мы сейчас с тобой мирные. Помнишь, мы с тобой вместе КС-ку играем? Да. И чё? То есть я не должен тебя убивать, да? А то, что ты меня убил в прошлом раунде, это ничего, да? Эдисон, нелепая случайность. Эдисон, я с тобой живу. Помнишь, мы с тобой живем в соседних комнатах, не надо меня убивать. Что же, понимаешь? Не надо, Эдисон, подумайся. Ты убиваешь своего соседа, понимаешь? Ух, слава богу, хотя бы в игре я это смогу сделать. Вот так вот, да? То есть тебе не нравится твой сосед? У тебя вонючие носки. Согласен. Ты что, нюхаешь мои носки? Нет, потому что твои носки просто валяются по всей хате. Я только пистолет взял в руку, я умер. Что-то сейчас с пистолетом явно не то.
смотри, он в воздухе сидит! Ну, я 360, видел? Да, у меня стул уехал. Что происходит? Куда ты стреляешь, Игорь, по картинам? Оставь картины в покое. Как повернуть этот сраный пистолет? Где моя вторая рука, пацаны? В жопе. Ой! Пистолет влетел! Fuck you, bitches! Сайся кирпичес! Смотрите, как Игорь упал у него. Ну так ноги разбили. А то, что ты танцуешь там, как стриптизер возле своего стола, это ничего? Смотри, смотри, жопа сеть! Ой! Фристайл! Ну, честно тебе скажу, Жека, я тебя вообще случайно убил. Я просто брал пистолет в руку, случайно нажал на курок и убил тебя. Вот так вот, понятно. Бывает и такое, Жека, бывает и такое. Так, пацаны, вы не молчите, вы там вставляете, как ставите, скажите. Так, щелкнул, я щелкнул. Уже, ты смотри, как Игорь быстро научился. Я тоже щелкнул. Слушайте, вы что-то мастерами прям... Он стреляет уже! Не только он, Эдисон, не только он. Ах, вы же заразы. Смотрите, как они натренировались уже, быстрее, чем я делают это все. Да как на ножеку направить? А, да я быстрее, я тоже выстрелил! Я тоже выстрелил! Жека! Нет, почему он упал? Я так только на экзе, ты предатель, даже был Игорь. Жека, я случайно, я просто брал пистолет в руку. Пошел в сраку. Все, я обиделся. Давай, ради сына. Да падла! Игорь распадает, сел, смотрите. У меня 20 уже 14,2. Потому что Жека ни разу не выиграл. Я предлагаю реально уже на этом закончить эту серию. Нажимай на кнопочку. Два пальчика, давайте пока... В смысле? Так я не нажал на кнопочку, я уже хочу закончить! А, вы не хотите заканчивать, да? Вы не хотите заканчивать, хорошо. Ты пока там давай заканчивай. Я пока... Хорошо, давай, хорошо, давай, давай, хорошо. Давай, я вставляю уже, давай. О, Жека, я вставляю. Чего? Да ничего. Ты уже ставил? Игорь, не вставляй, Жека, пожалуйста. Я сейчас выстрелю, говно! Жека, что вы там ставили? Ты что-то не то, Жека, говоришь, что вообще не нужно говорить. Что я сказал? Видишь, как я стрелять сейчас? Лоб не упал, и все. Смотрите, вы только на них посмотрите. Я хочу заканчивать серию, они хотят еще стреляться. Чик-чирик и нет пиписа. Помогите, как взять его правильно в руку. Да куда я стреляю? Почему ты не умираешь? Давай, сдохни! А-а-а! Так! Так, хорошо. Почему? А-а-а! У меня патроны закончились! Нет! Все, так быстро! Так, я выкинул пистолет, Эдисон, все. Я даже сейчас тебя случайно убил. Да все, обойму в тебя выпустил, ты не умер. Ну, это, конечно, пули непробиваемые, понимаешь? Как стрельнуть? На. Все, вы не хотели. Я прицелился, а стрельнуть-то я не могу. Не хотели они заканчивать. Fuck you, bitches! Пацаны! И пацанессы! Ставьте лайки, если хотите продолжение. Если не продолжаем, Ставьте лайки, если хотите продолжение. Все, хватит уже. Я хочу продолжение, все, давай. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, я обещаю, сразу же выйдет продолжение. Вот сейчас подпишешься и сразу выйдет продолжение. Я заканчиваю, подписывайся и сразу выходит. Все, до свидания. Подожди, дайте закину пистолет. Все, вот сейчас подпишешься, сразу выйдет, как Жека меня убивает. Все, подписывайся. Какой нет?